Вы знаете, и мы подумали, что сегодня сборный концерт, к сожалению, так получается, что все должны по чуть-чуть. И очень хочется пригласить на эту сцену человека, о котором мы сегодня с вами уже говорили. Человека, которого я знаю с детства, специально не для камер. Это первый человек в моей жизни, который научил меня ругаться матом. Мне было тогда 4 года. К слову, народный артист, вы привыкли все, имя его вы знаете все. А я его просто люблю. Иногда ему говорю: папа, выйди на сцену, это мой второй папа. Ян Табачник.